Сотрудники «Алроса» в ближайшее время смогут заказать корпоративный транспорт для служебных нужд через мобильное приложение. Его разработали IT-специалисты вместе с подрядчиками по заказу отдела управления транспортом и обеспечения производства. Сегодня приложением в тестовом режиме пользуются сотрудники МГОК. В планах растиражировать на УКС и управление компанией. А сотрудники остальных подразделений, в том числе на северных площадках, воспользуются мобильным приложением к 2024 году. Раньше заказать корпоративную машину можно было только через сайт или программу. В мобильном приложении появились дополнительные услуги. Значит, в новом доработанном приложении он теперь может не только вызвать себе корпоративное либо технологическое такси, а также может сделать заявку на специализированный транспорт, грузовой транспорт. Те же «Алмаз» КСК пользуются приложением, чтобы перевести свое оборудование, там колонки или еще что-то, когда происходят какие-то мероприятия. Вот, соответственно, они могут также заказывать через это приложение себе машину. Автобусы могут заказывать для поездки групп. Заказать транспорт можно заранее, оставив заявку на нужную дату и время. Чтобы скачать приложение, необходимо пройти по ссылке. Разработчики разместили ее на главной странице портала «Алроса».